Начальство управления труда и занятости Карелии поблагодарило сотрудников нашего телеканала за информационную поддержку социально значимых мероприятий, которые проводились при поддержке ведомства. Благодарственные письма получили корреспондент Александра Степанова, оператор Владислав Петров и режиссер Артем Коган. Очень дорожим мы этим взаимодействием. Ну, во-первых, потому что вы все профессионалы, очень приятно с вами работать. Сюжеты, телеочерки и все остальные информационные материалы выходят с большим качеством. Представители ведомства особенно отметили сюжеты в всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». Наша съемочная группа работала во время состязания лучших российских печников и подготовила яркий репортаж. Соревнования по такой специальности в России проводились впервые. В Петрозаводск съехались профессионалы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Вологды, Кирова, Иркутска, Чувашии, Красноярского края и Краснодара.